Перед вами знаменитый Массандровский дворец, который был построен более 100 лет назад. Кто только не обитал в стенах этого здания, несмотря на дороговизну. Цари и президенты. От Александра III до Хрущева. От Брежнева до Ганди. Правда, когда мы говорим «в стенах», мы не имеем в виду вкладки. Но если во время следующего трюка кое-кто из нас застрянет в одной из стен, то останется жить в ней в буквальном смысле. А я предлагаю усилить эффект от трюка, ведь это Массандровский дворец. Поэтому пускай Андрей пронесет через стену бутылочку Массандры. Здравствуйте, меня зовут Сафронов Сергей. Здравствуйте, очень приятно. Тимофеева Ирина Викторовна. Ирина Викторовна, а где мы находимся? Что это за музей? Это историческое место. Музей называется Массандровский дворец Александра III в Верхней Массандре. Ого! А сколько лет вы здесь работаете и кем? В должности заведующей экспозиции Массандровского дворца-музея я работаю уже 4-й год. Ирина Викторовна, мы вот тут с братьями задумали сделать кое-что необычное. Для этого мы хотим усилить эффект и попросить вас расписаться вот на этой бутылке. Сюда же. Держите маркер. Очень хорошо. Ирина Викторовна, скажите, я могу пройтись по залу? Конечно. Спасибо. Идет. Каждый замок полон легенд и загадок. Присутствие привидений всегда вызывает интерес зрителей. Мне нравится мистика, ее особое настроение. И сегодня нам всем было интересно создать свою легенду Массандровского дворца. Эту бутылку я поставлю вот сюда. И больше к ней никто прикасаться не будет. Пойдем обратно. Ирина Викторовна, скажите, в этом дворце есть еще входы и выходы, кроме центрального? Безусловно, есть, но сейчас они закрыты. Закрыты на ключ? Закрыты на ключ. Как удачно мы выбрали место. Ирина Викторовна, я попрошу вас еще об одном маленьком одолжении. Проследите, пожалуйста, чтобы никто не выходил отсюда, а самое главное, чтобы никто сюда не заходил. Конечно. Спасибо. Ну что, пойдем посмотрим, готовы ли мои братья. У меня все готово. Отлично. Если смотреть на Массандровский дворец, мы находимся с левой стороны. Все, кто здесь были, знают, что в этом месте нет никаких дверей и окон. Кто не был, приезжайте, лично убедитесь. Это сплошная стена. И перед тем, как мы начнем, мы предлагаем вам осмотреть эту стену. Идите все сюда. Посмотрите, здесь нет никаких секретов. Это самая обыкновенная стена. Заходите к нам на стол. Проверьте стену. Все в порядке? Настоящий. Теперь давайте осмотрим этот стол. В нем также нет никаких секретов. Посмотрите на стол, посмотрите под столом, посмотрите вокруг стола. Обычный стол, верно? Вставайте на свои места. И главное, во время трюка мы просим вас не заходить за эту ткань. Договорились? Мы начинаем. Ну а мы все это будем снимать одним планом, без монтажных склеек. Смотрите внимательно. Thank you.
просто прошел через стену и повернулся с бутылкой. Вау, я не могу в это поверить. Действительно, я просто офигел. Я не знаю, как это сделать.